Машина скорой помощи и школьный автобус столкнулись в Нью-Йорке. Три человека пострадали, передают местные СМИ. ДТП произошло около 6 часов утра по московскому времени. Ранения получили два работника скорой и водитель автобуса. Пострадавших доставили в госпиталь. В автобусе находилось 16 детей. Их также доставили в госпиталь на обследование. Причина ДТП устанавливается.